Рукав пропановый, ГОСТ 9356-75. Класс 1 ацетилена городского газа пропана. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов применяются для подачи под давлением газов, жидкого топлива кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного цветного резинового слоя, соответствующего по цвету его назначению. Рукава могут изготавливаться из резины черного цвета для всех классов с обозначением класса рукава двумя цветными полосами на наружном слое. Рукава работоспособны при температуре от минус 35 до 70 градусов, для холодного климата от минус 55 до 70 градусов. Необходимый размер и его стоимость вы можете уточнить в отделе продаж. Компания «Стандарт Комплект» предоставляет широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться на сайте компании. Ссылка находится в описании.